знаний познавший толк, а я простой савелийский заключенный. И мой товарищ серый брянский волк, а я простой савелийский заключенный. И мой товарищ серый брянский волк, за что сижу, по совести не знаю. Но прокуроры, видимо, правы, я это все конечно понимаю. Как обострение классовой борьбы, я это все конечно понимаю. Как обострение классовой борьбы, и вот сижу я в Туруханском крае, где конвоиры строгие и грубые. И вот сижу я в Туруханском крае, где при царе сидели ссылки вы. И вот сижу я в тайге с утра и до утра. Вы здесь из искры раздували пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра. Вы здесь из искры раздували пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра. Вчера мы хоронили двух марксистов. Мы их не накрывали кумачом. Один из них был бравым квадристом, второй, как оказалось, ни при чем. Один из них был правым уклонистом, второй, как оказалось, ни при чем. Я вижу вас, как вы в партийной кепке и в кителе идете на парад. Мы рубим лес и стали щепки, как раньше во все стороны летят. Мы рубим лес и сталинские щепки, как раньше во все стороны летят. Живите ж 1000 лет, товарищ Сталин, и как бы трудно ни было здесь мне, я знаю, будет много чугуна и стали на душу населения. Я знаю, будет много чуда и стали на душу населения страны. Завтра поедете в Сибирь убирать снег. Весь? Весь. Его там много.